Здравствуйте! В эфире программа журналистских расследований «Схемы». Это совместный проект украинской редакции «Радио Свобода» и телеканала «ЮА Перший». Меня зовут Наталья Седлецкая. История с инсценировкой убийства журналиста Аркадия Бабченко всколыхнула почти весь мир. Глобальные медиа вышли с публикациями о громкой операции украинской спецслужбы. Эта история наглядно продемонстрировала важность реформы органов службы безопасности Украины, усиление ее ключевых функций – разведки, контрразведки, антитеррористической деятельности. В то же время в спецслужбе есть целые управления, которые выполняют несвойственные ей функции – борьба с коррупцией, экономическими преступлениями и перераспределение средств, выделяемых на финансирование бизнес-департаментов, очевидно, станет хорошей инвестицией в профильную работу службы безопасности. На этой неделе мы продолжим рассказывать об одном из таких непрофильных подразделений СБУ и его руководителя. Павел Демчина – один из самых влиятельных чиновников СБУ. Он – первый заместитель главы службы и возглавляет известное управление К по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, которое и само нередко оказывалось в центре коррупционных скандалов. О том, как уже находясь под следствием, Демчина пошел на повышение, обзавелся новым элитным авто и как улучшились условия жизни его родственников. Расследование Валерии Егошиной. Полесье, Ровенская область. Здесь, среди десятков озер на берегу реки Стыр, находится село Старая Рафаловка. Рафаловка действительно старая. Село основано еще в середине 17 века. Уже, наверное, этому дому лет 100. Большинство сельских жителей ранее работали на Ровенской атомной электростанции неподалеку, в соседнем городке Вараш. Теперь же местные в основном занимаются сельским хозяйством. Что это вы делаете, расскажите? Информация вся платная. Дорого? Ну, недорого, так. Средние европейские цены. Здесь, среди одноэтажных старых домов с натуральным хозяйством во дворах, заметно выделяются два дома. Современный новый ремонт. Высокие капитальные ограждения. Сельские жители в Старой Рафаловке хорошо знают, чьи родственники тут живут. Я бы рассказала вам, но не хочу. Вы за свою пенсию или зарплату не сделали бы. И я за свою пенсию и зарплату не сделала бы. И молчите, там кто-то выше есть в тех органах. Не знаю, кем он там работает, но говорили, что работает в таких органах, что они деньги сюда присылают. Кого имеют в виду сельские жители? Чью фамилию побаиваются называть вслух? Вы меня на камеру не снимайте. Он не вас, он меня снимает. Чтобы я туда не попала, не дай бог. Схемам удалось выяснить, влиятельный родственник – это Павел Демчина, первый заместитель главы службы безопасности Украины, начальник главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Возможное незаконное обогащение которого сейчас расследует Национальное антикоррупционное бюро. Они строили, еще не было вот этой изгороди. Одного цемента они по 50 мешков привозили. Где брать такие деньги? Мы же живем в селе, знаем, какие у нас заработки, какие у нас пенсии. Этот уютный кирпичный дом в Старой Рафаловке принадлежит 60-летнему Виктору Воловчуку. В нем он живет с женой Валентиной. Они, дедушка и бабушка, троих детей Павла Демчины. Дом на 160 квадратов супруги Воловчук ввели в эксплуатацию в начале этого года. Они уже, наверное, оба на пенсии. Вместе работали на атомной станции. Так Виктор Воловчук работал на Ровенской АЭС на рядовой должности и, как удалось установить схемам, из собственных источников зарабатывал в среднем около 10 тысяч гривен в месяц.
а его жена Валентина последних 5 лет вообще не работала. Так каким же образом эти малоимущие супруги из Ровенской области смогли построить такой дом? Действительно ли финансово помог влиятельный родственник из столицы, входящий в руководство всей службы безопасности Украины? Об этом мы решили спросить непосредственно у хозяев. Кто-то вроде бы выходит. Добрый день, я вас видела. А можете подойти? Ищем Валентину Дорофеевну. Говорит без комментариев. Мы повторили попытку вечером этого же дня. Видим, что хозяева дома, они смотрят телевизор. Попробуем еще раз к ним постучать, может, откроют? Похоже, ситуация повторяется, нам не открывают. Не захотели говорить с журналистами родственники Демчины, материальное положение которых улучшилось за последние годы, и на следующий день. Сейчас воскресенье, селяне все сидят дома, поэтому мы попробуем еще раз. Поговорить с хозяином дома Виктором Воловчуком схемам наконец удалось. По телефону. Спрашиваем об источниках происхождения средств на дом. Помогал ли влиятельный родственник из столичного СБУ? Я тебя спрашиваю, тебе что с этого? Нам очень интересно, ведь вы работали всю жизнь на АЭС. Меня интересует, какого ты сюда приехала? Что ты имеешь к моему дому? Мне 60 лет. Я что, не имею права построить дом, что ли? Я просто хотела вас спросить, Павел Демчина. А я не хочу, чтобы ты меня спрашивала, кто ты такая, чтобы спрашивать меня. Я зарабатывал деньги, между прочим. Бросается в глаза в старой Рафаловке еще один дом. Он больше того, которым владеют родственники высокопоставленного чиновника из СБУ. Впрочем, и эта недвижимость принадлежит далеко не чужим Павлу Демчине людям. Родным матери его детей Ольге Воловчук. Точнее, здесь живет с семьей ее сестра Наталья Дуброва в девичестве Воловчук. Там такой дом огражден, трехэтажный или двухэтажный. Они своими деньгами это сделали. Сестра этой хозяйки живет в Киеве. Хозяйки? Сестра живет в Киеве. И ее муж в каких-то органах юридических работает. В таких органах. Он деньги сюда присылает, и они уже и там дом строят. Приезжали, с детьми были. Там у них 3 детей. То есть приезжает он с женой и детьми? Да, с детьми. Дом почти в 300 квадратов в начале 2017 года оформил на себя муж сестры Ольги Воловчук, Виктор Дуброва. Семья Дубровых значительную часть жизни прожила и проработала в бывшем Кузнецовске, что ныне город Вараш. Муж Виктор Константинович Дуброва, рассказывают здесь, чуть ли не всю жизнь работал пожарным. Затем, согласно декларации, поднялся по карьерной лестнице, стал начальником пожарно-спасательной части. Добрый день, я ищу Виктора Константиновича Дуброву. Он на пенсии. Уволился в 2016 году. Коллеги его хорошо помнят. Всегда шел на уступки, когда был вопрос подменить кого-то. Нормальный, достойный человек, офицер. Работал он всю жизнь здесь. При этом порядочный пожарный зарабатывал немного, судя по его декларации начальника пожарной части за 2016 год. Его заработная плата составляла около 7 тысяч гривен в месяц. Других его доходов или доходов жены в декларации не указано. Возможно, больше денег в строительство дома вкладывала его жена Наталья Дуброва. Не знаете, кем она работает? Уборщица. Она уборщицей работала. На станции они работали уборщицами? Да. Как выяснили схемы, свой трудовой путь Наталья начинала в частной фирме наемным работником, а потом действительно устроилась на Ровенскую АЭС. И по нашим данным, там ее зарплата составляла не более 7 тысяч гривен в месяц. Поэтому журналисты схем решили поинтересоваться и у этой семьи, не помогал ли им финансово отец детей и их родственников, первый заместитель главы СБУ Павел Демчина. В доме кто-то есть, потому что там стоит обувь, но кажется, нам просто не хотят открывать. Не открыли и вечером.
Попробуем позвонить хозяину. Господар не берет слухов. Он не берет трубку и не реагирует на стук в дверь. Про этот дом мы спросили отца Виктора Воловчука. А ваша дочь Наталья с мужем? А что Наталья с мужем? Что Наталья с мужем? Тебе что, Наталья с мужем? Они пашут как меряные, а ты лазишь, заглядываешь в каждое ведро. Кто? Итак, семьи с небольшими официальными доходами, которых совокупно едва бы хватило на новые дома, что заметно отличаются от других в селе и которые имеют влиятельного родственника. Речь о первом заместителе главы службы безопасности Павле Демчине. На вопрос о происхождении средств отвечать не захотели, несмотря на многочисленные попытки схем. Образ жизни самого Павла Демчины и его семьи не впервые привлекает внимание журналистов. В марте 2017 года программа «Следствие.Инфо» показала, как мать троих его детей Ольга Воловчук живет вот в этом роскошном особняке в Петропавловской Борщаговке под Киевом, а также является владелицей нескольких дорогих автомобилей. При этом, отмечали журналисты, сам Павел Демчина официально не имеет собственного жилья и зарегистрирован в ведомственном общежитии СБУ. В то же время съемочной группе удалось зафиксировать его визиты к этому дому. Скажите, пожалуйста, это ваш дом? Нет, я периодически его посещаю. Возможное незаконное обогащение первого заместителя председателя СБУ взялось расследовать Национальное антикоррупционное бюро Украины. В настоящее время досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Сообщение подозрений на сегодняшний день ни одному лицу не проводилось. Сам же Демчина после выхода сюжета не только назвал распространенную информацию об имуществе неправдивой, но даже сам обратился в НАБУ с просьбой расследовать приведенные журналистами факты. А потом открыл второй фронт борьбы и пошел в суд. Подал 16 исков против авторов расследования и активистов, которые его распространили. Первый иск недавно, несколько месяцев назад, он уже проиграл. Суд отклонил его. Впрочем, Павел Демчина без устали продолжает подавать эти иски. Я думаю, что не с целью каким-то образом заставить нас оправдываться. Скорее, Демчина просто хочет показать, что он судится с журналистами, требуя опровержений, пытается защитить свою честь и достоинство. С началом расследования НАБУ Павел Демчина от службы отстранен не был. Вот как тогда, в 2017-м, комментировал действия своего заместителя глава службы безопасности Василий Грицак. Уголовное производство расследуется НАБУ, и следователь или детектив НАБУ будут принимать решение об отстранении или не отстранении. И надо отдать должное, что он не спрятался, а сказал: «Пожалуйста, проверяйте меня». Если в процессе проверки что-то будет найдено, то он будет нести ответственность, как и все люди. То есть, после разоблачения журналистами элитного имущества семьи влиятельного чиновника Демчины, тот не только продолжил службу в СБУ, более того, был повышен в звании. Почти через полгода после обнародования журналистами фактов о тайном имуществе президент присвоил Павлу Демчине звание генерал-лейтенанта. Журналисты схем приехали в Петропавловскую Борщаговку под Киевом. Здесь, в доме, построенном за деньги до сих пор непонятного происхождения, продолжает жить Ольга Воловчук с тремя детьми Павла Демчины. Правда, сам он всю неделю в течение подготовки нашего эфира здесь так и не появился. Видим Ольгу на все том же внедорожнике, на который у нее официальных доходов не хватило бы. Более того, обустройство быта идет полным ходом. На земле по соседству, также принадлежащей Ольге, буквально за год вырос вот такой одноэтажный недострой. Да и сам Демчина, даже попав под следствие НАБУ, продолжил обрастать элитным имуществом. Согласно данным официального реестра МВД, в 2018 году заместитель главы СБУ приобрел автомобиль Range Rover Sport 2013 года выпуска стоимостью более 30 тысяч долларов. Позволяет ли заработная плата государственного служащего его ранга покупать дорогое авто? Помогал ли Демчина своим родственникам строить дома в Ровенской области? А может, эти деньги заработала мать троих его детей? В рамках расследования НАБУ дела относительно возможного незаконного обогащения первого заместителя главы СБУ в судебном реестре появилась информация об официальных доходах этой незарегистрированной пары – Павла Демчины и Ольги Воловчук. Так, с 1998 по 2016 год Ольга, мать детей чиновника СБУ, заработала всего 164 тысячи гривен.
А вот Павел Демчина за все время государственной службы с 2009 по 2016 год получил около 1 миллиона 150 тысяч гривен. А это значит, что официальные доходы вряд ли позволили бы ему или Ольге приобрести элитное имущество и дорогие автомобили. Впрочем, выявить такое несоответствие становится нелегкой задачей и для широкого круга граждан, и для журналистов. Ведь теперь электронная декларация об имуществе и доходах всех, кто работает в СБУ, засекретила само ведомство. Когда появилась система декларирования, декларации сотрудников и должностных лиц СБУ там не появились. Они пытаются прикрыться тем, что будто бы абсолютно весь состав является секретными сотрудниками, оперативниками, которые не должны быть публичными. Но это неправда, потому что все руководство СБУ, центрального аппарата, глава, заместители – это публичные люди. То есть они априори не могут быть такими секретными сотрудниками. Более того, они обязаны показывать свое состояние и образ жизни обществу. Чтобы отвоевать право общественности видеть доходы и имущество силовиков, весной 2017 года активисты пошли в суд. Почти год длилась судебная тяжба между Центром противодействия коррупции и СБУ. Юристы общественной организации требовали рассекретить декларации сотрудников службы, кроме тех, чья служебная деятельность требует секретности. А то, что вы называете свое имя в суде и свою должность, это вы нам раскрываете государственную тайну? Считаю, что это не касается предмета спора. В конце января 2018-го активисты проиграли суд. Во время судебного разбирательства юристы СБУ приоткрыли занавес, как происходит уникальный процесс подачи и хранения деклараций. Согласно данным документа, это выглядит примерно так. Сотрудник заполняет декларацию по внутреннему шаблону СБУ, не таким, как его утвердило Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции. Далее, согласно внутреннему порядку, сотрудник или отправляет заполненную декларацию секретной почтой, или просто приносит на флешке в секретное место. Там другие сотрудники, не просматривая декларации, потому что не имеют права, должны просто скопировать их на один из компьютеров и удалить информацию с носителя. Готово. Таким образом, эти данные хранятся в стенах самой службы безопасности, и доступа к ним у органов контроля нет, потому что они, мол, составляют государственную тайну. Их невозможно сегодня привлечь к ответственности за неподачу декларации, за ложь в декларации, за незаконное обогащение. И в этом на самом деле главный их интерес – не только скрыть от общества. На сегодняшний день даже НАБУ не может этого сделать. Они не могут увидеть декларацию Демчины. И не могут вообще понять, что он в ней показал – ложь или правду. Что показал в своей декларации Павел Демчина? Какие официальные доходы и расходы? Мы спросили об этом у него самого. Я проживаю в однокомнатной квартире. Это очень легко выясняется. А комментировать чье-то состояние, людей, с которыми я не проживаю, я не могу и не буду. Квартиру, о которой говорит Павел Демчина, он действительно приобрел в 2016 году. Она находится рядом с домом, где живут его дети и их мать Ольга Воловчук. Буквально в нескольких сотнях метров. Правда, за неделю перед эфиром увидеть его там с Хемом также не удалось. Помогали ли вы Ольге Воловчук, матери своих детей, со строительством этого дома? Еще раз вам говорю, я проживаю отдельно, сам. Комментировать других людей, их жизнь, я не имею ни права, ни желания. Я же не спрашиваю вас, где вы живете, я спрашиваю, помогаете ли вы матери своих детей материально. Уважаемые господа журналисты, я вам еще раз говорю, уголовное производство по материалам моего же заявления, которое я написал в НАБУ, расследуется больше года и 3 месяцев. Дождитесь решения в правовом поле и потом скажете. То есть объяснить, каким образом мать его детей, официально не имея на это достаточно средств, поселилась в роскошном особняке, Демчина не захотел. Как и ответят на вопрос, помогал ли он финансово и другим своим родственникам в Ровенской области. Какое отношение я имею к старой Рафаловке? Объясните мне. Соседи говорили, что вы вместе с Ольгой сюда приезжаете. Я приезжаю забирать детей от бабушки. А бабушке с дедушкой вы помогали материально? Слушайте, спрашивайте бабушек, дедушек. Я не проживаю вместе с ними. Я декларирую то, что у меня есть. Или то, что имеют лица, которые со мной проживают. Я живу один. А как насчет новенького рейндж-ровера, владельцем которого Демчина стал в этом году? У меня была задекларированная достаточная сумма для того, чтобы приобрести этот автомобиль 5-летний, который стоит, посмотрите в интернете, до 30 тысяч долларов. Более 30 тысяч долларов. Но вы посмотрите внимательно.
Дело в том, что мы не можем посмотреть вашу актуальную декларацию, потому что она засекречена. Мои декларации находятся в Национальном антикоррупционном бюро. По их запросу, без решения суда, без ничего, просто их предоставили. Сколько денег вы заработали за период с 2016 по 2018 год? Я вам сейчас не готов сказать, сколько я заработал. Мне надо поднимать справки из наших финансовых отделов. А вы знаете, сколько в месяц зарабатываете? Ориентировочно знаю. Можете сказать? В районе 60 тысяч гривен. То есть получается, чтобы купить такое авто, первый заместитель главы СБУ должен был отдать примерно всю свою годовую зарплату и при этом не иметь денег не только, чтобы его заправлять, но и вообще на любые другие элементарные бытовые расходы. В СБУ Павел Демчинов в должности первого заместителя главы службы курирует целое направление работы спецслужбы. Он возглавляет управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью в этом ведомстве, так называемое управление К. Это подразделение неоднократно упоминалось в СМИ, когда силовики блокировали экспорт украинского ореха в Европу и препятствовали работе трейдеров сжиженного газа. Павел Демчина – это один из самых скандальных руководителей Службы безопасности Украины. Он возглавляет направление по борьбе с коррупцией, печально известное скандальное управление К. Это человек, который Служба безопасности, которая призвана бороться с коррупцией, на самом деле, как мы обнаружили, сам может быть причастен к коррупционным сделкам и незаконным обогащениям. Как может работать механизм зарабатывания коррупционных денег сотрудниками этого управления? Журналист Дмитрий Гнаб предполагает, что он может заключаться в так называемой продаже уголовных дел, в частности, их открытие или закрытие за определенное материальное вознаграждение. В чем, мол, не может не участвовать непосредственный руководитель этого управления Павел Демчина. На действия силовиков и это управление К, в частности, жалуются сегодня и бизнес в Украине. Рассказывают схемам в офисе бизнес-омбудсмена. Именно сюда на произвол сотрудников СБУ приходят жалобы предпринимателей. Если попробовать описать типологию тех жалоб на СБУ, которые мы берем в работу, проводим по ним расследование, встречаемся с руководством, то в основном они касаются необоснованных с точки зрения заявителя случаев открытия уголовных производств, затягивания хода досудебного расследования, различные процессуальные злоупотребления. Больше всего нареканий и жалоб именно на эти два денежных управления Службы безопасности по борьбе с коррупцией и экономическую контрразведку, об элитном автопарке сотрудников которой схемы раньше делали резонансное расследование. Вы с 94 года работаете в СБУ. Хотела спросить, откуда у вас такие средства на Land Cruiser? Откуда деньги на дорогой Lexus? Господин Алексей? Нет, я Алексей. Сотрудники этих денежных управлений, которые ищут и, похоже, находят пути получения дополнительного коррупционного заработка, оскверняют честь тех офицеров службы безопасности, которые действительно стоят на защите безопасности украинцев, обороняют государство, проводят разведывательные и антитеррористические мероприятия, часто рискуя жизнью. Такое мнение давно царит в экспертной среде, в том числе международная спецслужба нуждается в реформации. В 2016 году в Украине действительно взялись за разработку концепции реформирования службы безопасности. Этот документ, среди прочего, включает отказ службы безопасности от выполнения нетипичных для нее функций – борьбы с коррупцией и организованной преступностью и экономический контроль. И при этом СБУ должна еще больше сосредоточиться исключительно на прямых задачах – защите независимости, целостности и безопасности государства. И, как оказалось, воплотить этот замысел в жизнь не так и просто. Была создана международная консультативная группа для сотрудничества по проекту концепции реформы СБУ из советников нашей миссии НАТО, посольства США и нескольких советников стран ЕС. С украинской стороны были представители СНБУ, СБУ и, насколько я помню, ИЗП. Первый черновик документа был разработан в середине 2016 года, и он был представлен украинской власти. После этого документ несколько раз исправлялся и передавался от одного к другому учреждению. Окончательная версия документа была разработана и представлена СНБУ, насколько я помню, в октябре 2017. Этот документ пока не утвержден. И это все. Мы письменно обратились в Совет нацбезопасности и СБУ с вопросами, почему до сих пор тормозится утверждение важного для работы спецслужбы документа. В СНБУ ответили, что это возможно только после того, как Верховная Рада в целом проголосует за законы нацбезопасности. Без этого концепция не заработает.
Очевидно, без политической воли государства этот бюрократический пинг-понг может продолжаться долго. За какие деньги первый заместитель главы СБУ, уже находясь под следствием, приобрел дорогой Range Rover, официально получая только одну зарплату госслужащего? За какие средства мать троих его детей с общей суммой заработка за 18 лет в 164 тысячи гривен приобрела элитный дом и дорогие машины? Не обошлось ли здесь без его помощи? Возможно, также влиятельный чиновник СБУ финансово поддержал и других своих родственников, когда они строили дома в селе в Ровенской области. О чем вслух, но побаиваясь называть фамилию, говорят односельчане. Возможно, в ближайшее время ответы на эти вопросы будут у детективов НАБУ, когда они завершат расследование о его возможном незаконном обогащении. Или дождутся своего, наконец, авторы долгожданной реформы СБУ, когда благодаря новым принципам работы спецслужбы именно у нечестных сотрудников заберут возможность зарабатывать нечестные деньги. На сегодня это все. С вами была программа «Схема». Это совместный проект «Радио Свобода» и телеканала «ЮА Перший». Этот выпуск и все предыдущие вы можете найти в YouTube на канале «Радио Свобода Онлайн». Присоединяйтесь к дискуссиям на нашей странице в Facebook и в других соцсетях. Встретимся ровно через неделю. Удачи!